Приветствую вас, друзья мои! Сегодня у меня будет видеомикс. Иногда накапливаются небольшие видео, и отдельным видео не загрузишь, и не знаю, куда добавить. Вот решила все объединить и загрузить одним видео. Как вы уже поняли из начальной заставки, мы пообедаем в агротуризме рядом с Тиволи, покажу вам бассейн парка акведуков, буквально несколько минут прогуляемся по Апиевой дороге, по вечернему Трастевере, впервые покажу вам римское кладбище Верану и закончу видео небольшим концертом в метро Чи. Кому все это интересно, смотрите видео до конца. Мы часто на выходные уезжаем из Рима за город. Сегодня мы решили пообедать рядом с живописным старинным городком Тиволи. Тиволи знаменит своими виллами. На первом месте, конечно же, вилла Десте с знаменитыми фонтанами. Именно их стремился превзойти Петр I при создании Петергофа. На вилле гостил Лист, а потом посвятил вилле произведение. У кипарисов виллы Десте и фонтаны виллы Десте. Вторая вилла в Тиволи – это вилла Адриана, разрушенная временем императорская вилла императора Адриана, откуда он правил Римской империей на закате своей жизни. И третья вилла – вилла Григориана, названная в честь папы Григория XVI. Это вилла с водопадами, гротами, большими обрывами и крутыми тропинками. Потом в Тиволи много термических бассейнов, где можно провести время. Одним словом, направление Рим-Тиволи может быть интересным для любого туриста, приехавшего в Рим хотя бы на недельку. Из Рима в Тиволи ходят электрички и автобусы. Время в пути около часа. У меня на канале есть видео с вилл и терм. Если хотите, посмотрите. Ссылки оставлю под видео. Ну а мы заезжаем в Тиволи, а потом должны подняться по серпантинной горной дороге еще 7 километров вверх. Лачера – это агритуризм или фермерский дом, он находится на холме. На территории этого фермерского дома есть ферма, оливковая роща, кипарисы, дубы и даже есть бассейн под открытым небом. И, конечно же, ресторанчики, где можно пообедать и поужинать на фоне прекрасной окружающей природы. Парковка. И все эти люди сегодня приехали пообедать в агритуризм Лачера. Смотрите, какая красота здесь. Здесь не только красиво, но и температура ниже, чем в Риме. Мы выбираем это место для обеда не только потому, что здесь хорошая кухня, а еще чтобы отдохнуть от римской жары. С правой стороны находится детская площадка, а прямо уже ресторанчики. Мы приехали поздно, и поэтому все люди, которые приехали сюда, уже давно за столом.
Здесь же находится киоск, где можно попробовать и купить фермерские продукты, и столики, где можно после обеда выпить кофе. Пока ждем родственников, покажу вам немного обстановку. Здесь очень много залов для проведения праздников и вечеров. После обеда дети могут покататься на осликах. Пока ждали родственников, в киоске, где продаются местные продукты, попробовали рикотту с джемом. Ну вот, наконец-то все в сборе, и обед начался с закусок. Всевозможные колбасы, сыры, вон там я успела положить себе в тарелку баклажаны, перец на гриле. На закуску также принесли чечи с кукурузой, морковкой и оливковым маслом, разнообразные нарезанные пироги, дыню с прошутто, огромная паста каннеллони внутри с рикоттой и шпинатом. Мне хватило одной штуки. А эта паста мне очень понравилась. Она была с бараньими потрошками. Очень вкусная. Было еще и второе, и третье, и десерты. Но я уже не могла сидеть и решила показать вам интерьер. Мы сели обедать очень поздно, и можно сказать, что самые последние. И пока мы ели, ресторан опустел, и мы остались одни. Да и к лучшему, снимать удобнее. Сейчас спокойно пройду и покажу вам несколько залов. Еще полчаса назад здесь было так шумно, столько народу. Сейчас залы уже готовят к ужину. Люди гуляют и отдыхают после обеда. Обед уже закончился. Вот такие простенькие и милые интерьеры.
Мы не раз здесь отмечали большие семейные праздники, и все оставались довольны. Залы здесь большие, просторные, да и на улице есть место для детей. А вот еще один зал. Забралась наверх, чтобы показать вам, как выглядит ресторанчик с высоты. Это наши там сидят. Вот такая лавочка. И просто замечательные огромные детские площадки. Посмотрите, какая красота. А вот так мы перекусываем, когда находимся на шопинге в торговом центре. Это Ромаэст. Здесь под одной крышей собрано 230 магазинов. Этот бассейн находится рядом с нашим домом на Вилле де Санктис, а этот бассейн находится в парке акведуков. Как же давно я вам не показывала этот замечательный парк! Этот акведук называется акведук Клаудио. Его строительство было начато при императоре Калигуле в 38 году нашей эры, а завершено при императоре Клавдии в 52 году нашей эры. Благодаря множеству акведуков в столицу Древней Римской империи поступала вода. На самом верху акведука находится желоб, по которому проходила вода. Парк акведуков очень красивый и романтичный. Здесь есть небольшая речка, озеро. За спиной у меня акведук, а по этой тропинке можно дойти до спортивного клуба, где находится бассейн. Смотрите, вот здесь как раз проходит желоб, где проходила вода. Вот так посреди поля стоит лавочка, катаются велосипедисты. Здесь бежит ледяная горная вода, а рядом розы, дикие розы, которые цветут даже зимой. Добраться до парка акведуков можно на метро линии А, остановка Лучио Сестио. Вход в парк бесплатный. Берите на заметку, это идеальное место для пикников и прогулок. Если в парк акведуков можно попасть в любое время года и удобно добираться, то полюбоваться озером Мартиньяно можно только летом. Озеро находится на территории заповедника, и заехать туда можно только на специальном автобусе, который возит всех желающих только летом. В остальное время года придется идти пешком, а это далековато. Посмотрите, какая красота! Поля, леса. Здесь очень много каштанов, дубов, оливковых деревьев, можжевельника, земляники. И это озеро находится в 50 километрах от Рима. Чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями самой старинной дороги в Риме, или как еще ее называют «царица дорог»,
лучше всего взять на прокат велосипед. Проехав по этой дороге, вы встретите не только гробницы, церкви, виллы и катакомбы, но и полюбуетесь природой, и у вас получится просто замечательная прогулка. Эта дорога находится в черте города, но когда оказываешься там, то кажется, ты далеко от мирской суеты. На этой части дороги очень хорошо видно, какая была дорога изначально. Кампо Верано, также известно как монументальное кладбище Кампо Верано. Это очень большое кладбище в Риме. Оно находится в 500 метрах от станции Тибуртино и в 2 километрах от Термини. Рядом с главным входом на кладбище находится базилика Сан-Лоренцо за стенами. Хотя может показаться странным ходить на кладбище, чтобы посетить его, как если бы это была выставка. Но это кладбище является настоящим музеем под открытым небом, на котором находятся очень важные монументальные работы XIX и XX веков. Кладбище тянется вдоль улицы Тибуртино и имеет несколько входов. Мы зашли через центральный вход. Пройдя через него, вы окажетесь в историческом центре кладбища. Здесь можно увидеть скульптуры, представляющие большую ценность. В начале XVIII века Джузеппе Валадье получил проект строительства кладбища, которое должно было строиться вдоль улицы Тибуртино. На самом деле этот район уже был местом захоронения во времена Римской империи. Здесь были катакомбы и гробница Сан-Лоренцо. По завершению строительства кладбища были добавлены дополнительные земли к первоначальной площади. И сегодня кладбище Верано охватывает более 70 гектаров, на которых находятся важные исторические и культурные памятники. Это кладбище стало своего рода музеем под открытым небом. Не бойтесь кладбища, как вначале боялась его я. Кладбище похоже на цветущий парк и настоящий музей. Скульптуры прекрасны. Здесь ходят люди и рассматривают их, а также здесь проводят экскурсии. Так что вы не будете одиноки. Под видео в описании или в прикрепленном комментарии я оставлю вам ссылку на сайт Кампо Верано, где вы сможете скачать карту и путеводитель. Очень удобно для знакомства с этим местом. Сегодня я сняла всего маленький кусочек видео здесь, чисто для знакомства. Мы проезжали мимо, и у нас не было много времени. В ближайшее время загляну в район Сан-Лоренцо, обязательно покажу вам его достопримечательности, в том числе базилику, университет, напротив которого находится кладбище Верано, и кое-что еще покажу на кладбище. В апреле 2019 года Рим потрясла новость, что сотрудник кладбища Кампо Верано арестован по подозрению в наркоторговле. Его задержали во время посещения тайника, в котором хранились наркотики. Выяснилось, что он прятал в могиле кокаин. Там обнаружили 110 тысяч доз. Как я уже говорила, до кладбища Верано добраться очень просто. Здесь рядом проходит метро Би. Можно выйти на станции Поликлинико или Тибуртино, а потом пешком. А также можно доехать на трамвае 3 и 19. Трамвайные пути проходят прямо рядом с кладбищем. В следующий раз все вам покажу и расскажу. Кладбище открыто каждый день с 7:30 и до 7, в зимнее время до 6. На этом кладбище похоронены многие знаменитые архитекторы, художники, скульпторы, футболисты, писатели, журналисты, актеры, мэры, любовница Муссолини. И даже здесь есть русский участок. Но об этом я расскажу и покажу вам в следующий раз.
Здесь также ходят автобусы и разрешено заезжать на машине, потому что кладбище очень большое. Вон там находится верхний уровень кладбища. На кладбище очень много зелени, и корневая система деревьев поднимает асфальт. Этот кусочек видео я снимала в вечернее время возле нашего дома. А это мы приехали к острову Тиберина, припарковали машину, перейдем мост и попадем в вечерний Трастевери. Вот она, настоящая сказка. Именно в это время надо гулять по Трастевери. В это время загорается освещение, магазинчики, бары и рестораны так и манят зайти внутрь. В следующем видео показывала вам это место при дневном освещении. Посмотрите, как оно выглядит вечером. Обязательно прогуляйтесь по Трастевери в это время. Летом на линии метро Чи была целая программа концертов. Как приятно при выходе из метро остановиться и послушать любимые произведения. Те зрители и подписчики, которым приходят уведомления о новых видео на канале, наверное, заметили, что я вчера загрузила видео, а потом его удалила. Дело в том, что на эту часть видео, где был концерт в метро, сразу появились авторские права на музыку. И это считается нарушением. Я решила удалить видео, обрезать его и добавить немного осенних витрин магазина Казанова. Дорогие мои зрительницы, скажите, а вам было бы интересно посмотреть видео из вот таких магазинов, как этот? Напишите в комментарии. Сейчас во всех магазинах такие яркие и красочные витрины. Часы на кухню. Разделочные доски. Контейнер для арбуза и для дыни. Подставка для зонтиков. И вот такая необычная люстра. И здесь паста.
А здесь целый мир арончини. Арончини – это сицилийское блюдо. Арончини – это обжаренные рисовые шарики, фаршированные мясным рагу, моцареллой и зеленым горошком. Это классический рецепт. Сейчас арончини готовят с разными начинками, но они все равно очень вкусные. Попробуйте как-нибудь. Ну вот, в общем-то, и все. А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых видео, друзья!